бросить камень в воду, начинают расходиться круги. Да? То есть сначала было действие, а потом уже следствие. Вот данный фестиваль в хорошем смысле, он может быть даже и провокационный. То есть он будет какое-то воображение. Я думаю, что вот эти круги расходящиеся еще будут долго ощущаться. И мне бы очень хотелось, чтобы такие мероприятия не прекращались. Мы выбрали классическую музыку, потому что в нашем городе, в Алма-Ате, есть самые славные, давние традиции классической музыки. Мы очень рады, что в этом году домом фестиваля стала консерватория. Идея фестиваля, как сам Арман это замыслил, она очень сильно отличается от фестивалей, которые, может быть, регулярно происходят и в Европе, и, может быть, в других местах света, поскольку этот фестиваль осознанно не ограничивается на одной грани, на одном жанре музыки, и он дает возможность получить очень широкую палитру всего, что вообще возможно. Это то место, где люди объединяются душами, где всеми фибрами души можно почувствовать вот этот ля-мажор. Там, где песни, смело оставайся. Злые люди песни не поют. Все, это, в общем-то, я думаю, как ничто другое, это бы вот на данном этапе описало наш посыл, наше состояние. To make a decision, proclamation to take the Chlitka Quintet as the last piece, which is rather very dramatic, it's very, very courageous. Been amazing. I think, of course, you don't go after the concert. You don't go in a fantastic, happy mood. But I don't think that always has to be like a huge firework after the concert. I think it's that's been very intense moment for me. I was very astonished to have this to have this proclamation, but I think that finally it's coming to a very good end. I thought it was a very big risk to have such a program in a traditional country, but I think Arman did a wonderful job, and his vision is going to be completed tonight. О том, что у нас еще очень много чему мы можем сами научиться. От музыки, от репертуара, от друг друга, от коллег. Просто очень горжусь тем, что я оказалась в компании таких людей, потому что они все по-своему очень особенные и интересные личности, которых интересует нестандартный репертуар. И это, конечно, безумно интересно, и это очень эдукативно, потому что я многому учусь здесь. I think that he's probably looking for musicians that are interested in doing something more
adventurous and not just the standard repertoire, and looking musicians that are looking for perhaps more unusual ways or unusual pieces to present to the audience. Фразировка — это когда ты, когда ведешь вот ноток мысли в другой мысли. Yeah, I think it has to be more broad. I like you have a lot of energy, you know. Достаточно много энергии. You are like, yeah, of course, yeah. Героический ноток. Очень хорошо. When you eat soup, you bring the soup to your mouth, mm-hmm. You don't bring your head to the soup. I don't do that. Объясняет очень прям так просто, что прям понятно, ну, как бы он на другом языке же разговаривает с нами. И понятно даже, что он говорит. Драгкрафт, это плато, waarop alles eigenlijk gebeurt. And is eigenlijk de definitie van wie ik ben als mens. And now for me, please. I'm a professor. I have a big class at home, at my conservatory, and it's very important to meet and especially now when we had a lot of children or let's say teenagers, because I want to give. And I like to give my knowledge to them and to spend some good time and maybe to show them a little bit a different side of cello playing. بوی خوش این نسیم از شکن زلف اوست شعشعه این خیال زان رخ چون وزهاست легкий бриз принёс сладостный аромат волос твоих. Не перестану грезить, преклонив колени перед взором лика твоего. Баз чо кешти шекаст, нобат васл у лигаст. Пока миром строили лодку, в море случился шторм, и никого не спасли обломки, которые море себе унесло. Организатор фестиваля Арман Мурзагалиев, в частности, на мой взгляд, уникальный человек, который вытаскивает, находит совершенно, ну, иногда дикие, иногда очень сложные, иногда очень напрасно забытые произведения, которые призваны немножко расширять наше восприятие того, что, в общем-то, есть хорошая музыка. Она очень странная, может быть. И мне кажется, что здесь в программе 4-го международного Forte Music Fest есть несколько таких провокационных вещей.
и зритель должен до них чуть-чуть как бы дотягиваться. Менің ойымша Арман Нұрлығалиевтің өзінің ойы, идеясы, яғни халықты ерекше бір музыкамен сусындандыру, рахатқа бөлу өзінің музыкасымен. Менің ойымша ол мақсат орындалды деп ойлаймын. Арман Нұрлығалиев өте бір өте дарынды музыкант, және өте сезімдал музыкант. Біз бірінші сол репетицияда орындаған кезде сондай бір сезіммен, сондай бір жан кештілікпен жұмыс жасап жатқан көрдік ол кісінің. Яғни ол кісінің өзінің музыка деген махаббат сезінеді. Және сол энергетикасы, сол аурасы бізге де тарады десем де болады. Бізде бір сондай ерекшелікпен жақсы шықсақ екен деп, фестивальға үлес қоссақ екен деп шықтық енді. When you invite a fixed ensemble or when you go to play as a fixed ensemble, you have very polished results and you come with one philosophy. When you go to a festival like this, you meet people and you have dialogue and you make a new interpretation that could not exist somewhere else. So for me, this is a unique opportunity, a unique place to stay. I think it's sort of challenging probably for the public and for us as players also
but in a, for us it's very interesting anyway. But I think for the public also, if they, if you are very open to just to take everything what you hear on and don't have to expectation that everything is just very simple. Все новое, оно всегда интересно, оно привлекает слух и настораживает слух, и люди получают больше, больше эмоций, больше музыки, больше разнообразия инструментов, звучания инструментов. Поэтому я думаю, что вот не только, допустим, сплошная, допустим, классика, скрипка, там, виолончель и фортепиано, а вот именно то, что вот здесь был микс такой, причем очень большой микс, мне кажется, это тоже определило успех заинтересованности публики, которая пришла, три дня, в общем, сидела, зал был полный, был аншлаг. Я думаю, что это как раз-таки все зависит от репертуара. First of all, is that repertoire what we are playing in this concerts is so variated, lot of variation, and not just the main things that everybody plays everywhere, but different things. And then, of course, the variety of people who are here also from everywhere, so that's also nice. Любая программа, она определяет глубину содержания. Об этом забывать нельзя. Каждая программа подбирается с мыслью о том, что ты хотел этим сказать. Я не могу себе позволить просто вот навал какой-то случайных имен, случайных произведений, и у всего есть свой смысл, у всего есть своя какая-то логическая стройность, последовательность. Каждый, кто имел такую возможность участвовать или даже просто присутствовать на вот этих концертах, заметил, какая интересная программа, какая она оригинальная. Боюсь, что так. Для настоящего музыканта то, что исполняется там, это вот просто, мне кажется, как, знаете, такие вот жемчужины. It's three days that seem so much longer. I'm really grateful. Многие произведения, которые здесь играются, они уникальны, потому что их почти никогда нигде не слышишь. То есть как бы сам выбор программы, состав и комбинация произведений вместе. Вот такие аспекты, они, конечно, делают все вместе,
уникальным событием. Много возможностей репетировать по долгу произведения, которое вы должны исполнить. И это подразумевает, все, которые участвуют в этом проекте, они приносят с собой тот уровень, на котором они привыкли работать. И это совершенно замечательно. So with the fusion of the Iraqi musician and the Iran musician, you have this very old junction and contact and dialogue between Mesopotamia and Persia. And you know, it's a big cliche, all this Silk Road thing, but it's real. It's real. And the fact that it exists here in a musical way between Western, Eastern, North, South is quite fantastic. You had this group with Russian, German, a guy from Kansas, an Iraqi, a Persian man. It's fantastic, and this can only happen here. This is unique. Әрине, музыкада махаббаттың рөлі өте ерекше. Егер сен ондай сезім болмаса, онда музыка шығарып және халыққа бірдемені жеткізу, яғни ерекше бір сезімді жеткізу өте қиын. Сондықтан да ондай сезім болғаны өте дұрыс деп ойлаймын. La musique, pour moi, ça représente beaucoup. C'est un peu
un échappatoire pour pouvoir s'exprimer, pouvoir partager beaucoup de choses avec d'autres musiciens sur scène, mais aussi avec le public. Je crois que c'est une langue universelle. Enfin, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est la vérité. Et même là, par exemple, je suis au Kazakhstan, je parle pas russe, je comprends pas grand-chose autour de moi, mais autour de la musique, on peut se retrouver, on peut partager de beaux moments, et c'est ce que j'aime. Музыка самоценна. Музыка не является декоративно-прикладным ремеслом. Это самоценное, самодостаточное явление. But when it's on stage, it becomes its proper narrative. It becomes its proper story with its own logic. Because yeah, musicians, they translate it. Yeah? They take their instrument and they take a piece like Silvestrov, and then you have the piece of Bosmans, and then you go to Schnittke, and then before you have this fusion, Iraq-Iran romantic music. It becomes an own story and an own narrative with its own ending. So eclecticism is actually quite fantastic to open doors. То, что люди не увидят и не услышат просто. Какие-то новые ансамбли, новые идеи, что-то, чтобы было дерзкое, вкусное, интересное. Поэтому... У Армана получается просто супер. Я правда еще раз повторяю, что низкий поклон ему за приглашение. И для меня просто 6 дней кайфа. На втором концерте фестиваля я услышала музыку, которую я порой даже в Москве слышу не очень-то и часто. Поэтому это возможность услышать действительно такую резко исполняемую музыку. Калейдоскоп таких разных составов. Это калейдоскоп разных звучаний, разной музыки, в том числе современной, которую никто никогда здесь не слышал. Come to me after concert and explain to me that they were utterly fulfilled with the whole program. I think it works very well. I mean, we had the biggest cut in the program when we played the last piece of the first night. This very early romantic classical music from Holland, Verhulst. And before was the infiltration music from Iran or Syria or the Eastern. So that was an amazing split. But obviously people feel really
inspired by that, the public. I mean, that's what counts. Самое главное, что не врут со сцены. Это очень зрителям нам очень чувственно. Термивокс составы Алматыға бірінші рет келіп тұр. Яғни орында отқаны бірінші рет Алматыда. Және ол өте ерекше аспап. Жетіген аспапта өз қазақтың ұлттық бір ерекше аспабының бірі. Екеуінің үндестігін есту маған өте қызық болды. Және халыққа да ұнады деп ойлаймын. Ерекше аспаптардың осындай үндесіп жатқанына. Тут сплошные коллаборации, сплошные, понимаете, вот сейчас улетает человек и мне говорит о том, что он впервые в жизни играет квинтет Шнитке. А это профессиональный человек, который играет в квартете. Это вот то, что и называется Photo Music Fest. Здесь даже музыканты для себя профессиональные, очень такие жженные, обезображенные профессионализмом люди находят для себя место для открытия. Это Photo Music Fest. Софья Киповская, она играла на арфе, это было все так волшебно, как будто бы какая-то фея пришла из сказки и вот показала вот нам вот этот мир. Фестиваль в Петербурге, который проходит в Мариинском театре. Это международный арфовый фестиваль, называется «Северная лира». И я бы так сказала, что, наверное, я просто учусь у Армана, как нужно сделать, что-то могу ему подсказать. И мы вообще решили, что нам нужно соединить наши два фестиваля, такой мост между Forte Music Fest и «Северной лирой». Ну, я думаю, в будущем мы что-нибудь обязательно придумаем. We will teach you a rhythm, it's called Samaritan beat. It's So from Middle East and Arab world, okay? Nick, he will teach you how to do it, right? Nick was not always happy to do it. All right. All right. One, two, three. The message of the festival is bringing artists together to collaborate, because there are artists here from all over, not only Kazakhstan, Russia, all over Europe and US, and what I like that Arman is doing by bringing these people together, he's having people play on other pieces, so not just their own solo, but okay, let's do a trio or a quartet and have different people play together who have never played together before. And it's a really great experience. And having
all of us stay at the same hotel and eat meals together and hang out together. It's a really cool bonding experience getting to know people, other musicians, and work with them. Folte Music Fest is a big opportunity to play a wide range of music with excellent musicians here. Folte Music Festival scene is like we live in the harmony and we live as a human being. And doesn't matter where you came from, which color you are in, and which kind of music do you play, we have a one earth and one place and one sky. And we need all of us to celebrate this kind of message. У вас остается всегда огромное удовольствие и желание, чтобы это продолжалось. Потому что явление этого фестиваля, по-моему, несравнимое. Если я вспоминаю все фестивали, на которых я участвовал, их было очень много. И во всех залах, где мне приходилось выступать, от Карнеги Холла, Концертгебауэ, Амстердам, Музикферайн в Вене и так далее, выступать в Алма-Ате – это особенное удовольствие, и быть частью этого проекта – это колоссальное наслаждение. Я живу в Европе, и я знаю, насколько это сложно иногда. Не то, что завлечь людей в зал, а именно, понимаете, у нас столько всего происходит везде, и публика иногда немножко даже уже переела всего, что у нас очень много всего происходит везде. Тот факт, что здесь полные залы все эти дни, это уникально, потому что в Европе такого уже давно нет. Viva la música! They are authentic, they are generous, and they are genuine at the same time. We never see really city who has that kind of feeling of genuinity. Как дома. Тут очень уютно. Я не в каждом городе чувствую себя так уютно, как здесь. Especially here in Almaty. It's a very metropolitan city. There's a lot happening, a lot of culture, a lot of different cultures mixed, and a lot of languages spoken. So I like that. Одно небо, как у них называлось чудесно их музыка, которую они играли, одно небо над головой. Музыка соединяет, несмотря ни на что. The idea is to kill this idea of ethnicity. Это дает радость общения с духовно близкими людьми. Очень хорошо, что у таких фестивалей есть финансовая поддержка. Наше очень такое непростое в этом смысле время, поэтому отдельная благодарность спонсорам. Это в прямом смысле замечательное явление, которое испокон веков, еще со времен Древнего Рима, называется меценатством. Мы растем в количестве, да, приезжает больше стран, приезжает больше участников, нас узнают, нас признают. Это музыканты такого уровня,
И вместе с этим качественная сторона вот того, что мы сейчас называем Photo Music Fest, она, конечно же, выросла. И это меня очень-очень радует. Я не могу об этом не сказать, как человек, который отвечает за музыкальный контент. Ну и, в общем-то, я учитываю, конечно же, всякий раз какие-то вот особенности предыдущего фестиваля. Вместе с этим складывается идея, складывается картинка того, что как это может видоизмениться в следующий раз. Действительно быть в тренде. Тренд, музыка, культура — это всегда. Это всегда будет так. Азиатских народов, в том числе у казахов, дождь — это всегда хорошая примета. Это дождь всегда ассоциируется с понятием нур, с понятием света. Понимаете? Ну, видимо, такому формированию такого понятия способствовали какие-то климатические условия, в которых наши народы проживают. Поэтому я в этом тоже усматриваю определенный какой-то символизм. Не мистику, подчеркиваю, а именно такой символизм. То есть ну, все это, по-моему, очень закономерно и подтверждает ну, такую состоятельность прошедшего действия. В этом есть какая-то сакральность. Алланы нуру, говорят, это когда дождь изливает сверху с небес Бог, он дает как бы ну, благо. Благостная весть, ощущение, только хорошее. Поэтому это символичный знак самой природы. Он еще раз подчеркивает, что это фестиваль. Это не простой фестиваль, он особенный. Да, можно сказать, Арман был таким символическим шаманом, который вызвал символический дождь, который, я думаю, даст плоды. Потому что для чего люди призывали дождь? Для того, чтобы земля была плодородной, чтобы были всходы. И я уверен, что всходы, которые каждый год засеваются этим фестивалем, они уже есть, и мы их еще увидим.